Виталий Николаевич, доброе утро. Здорово. Как ваше самочувствие сегодня? Неплохое. Как ночь прошла? Отлично прошла ночь. Дышать нечем было вообще. Что пройдешь 10 метров, задыхаешься. Я вообще об этом не знал до 58 лет, что у меня что-то какое-то есть осложнение с сердцем. У меня даже в больнице карточки-то не было никогда. Конечно, было страшно. Сразу сказали, операция, да, на грудь. Ну, а потом, когда сюда приехал, страхи рассеялись. Такие врачи, как Станислав Игоревич, конечно, все страхи пропали. Тяжелое, нельзя поднимать будет. Месяца 3-4, а потом уже со временем все можно было. Очень бы хотелось на работу, потому что лежать никак я не могу. Надо двигаться, работать. У пациента было выявлено новообразование легкого. Были проведены консультации с нашими коллегами из областного онкологического диспансера. И было принято решение о проведении одномоментно совместной хирургической коррекции и протезирования ортального клапана, и удаления вот этого новообразования левого легкого. Образование имеет шаровидную форму, лучистые контуры, накапливает контраст. Образование очень подозрительно на периферический рак. Это образование не видно на обычных рентгенограммах. Оно наслаивается в боковой проекции на тень позвоночника, в прямой проекции перекрыто тенью сердца. На компьютерной томографии очень хорошо видно. Мультиспиральный томограф – это топовый томограф. Установлен у нас, значит, 640 спиралей. Самое главное его отличие от других предыдущих аппаратов в том, что он работает и в режиме спирали, и в режиме объема. Такой аппарат при одном нажатии кнопки позволяет получить объемное изображение сердца. А если бы не обследование более глубокое у нас в отношении сердечного порока, возможно, визуализировать это новообразование левого легкого было бы крайне трудно. Надо обращаться сразу заранее. Какая-то бы боль не пошла, сразу обращаться к врачам, потому что это чем дольше затягиваем, тем больше назревает проблем со здоровьем.